Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у меня на обзоре Zalman T7. Обычно я беру Zalman серии T6, но в данном случае у меня будет сборка, и в этот комп будет ставиться два жестких диска, помимо диска M2 под систему. Поэтому я решил взять T7, чтобы в него наверняка все влезло. Корпуса этого у меня на сборке еще никогда не было, поэтому сейчас буду открывать и вместе с вами смотреть, чем он хорош, чем он плох, чем он удобен и чем он неудобен. Верхняя панелька, кнопка питания понятна, заглушка под USB просто пластиковая, USB 3.0, разъемы под наушники, под микрофон, USB 2.0, маленький ресет, который в принципе удобно жать, и случайно вы его не нажмете, то есть обязательно нужно прожимать ногтем туда уже внутрь. Здесь сеточка магнитная, сюда два вентиля встают. По ощущениям где-то 120 мм. Скорее всего 120. Сзади еще один вентиль, уже родной, залмановский стоит. А здесь у нас сначала, так сказать, наружный осмотр. Пластиковый винт, ну, точнее металлический, понятное дело, но у него пластиковая голова, чтобы можно было открутить удобнее. Пластиковая заглушка на защелках и держится тем самым винтом. Здесь причем кулер можно чуть-чуть ослабить крепление, его подвинуть повыше, пониже. Не очень понимаю, для чего может быть надо такой эффект. Ну, у материнки, может быть, тут выступы какие-то большие, там радиатор, еще что-то, поэтому его можно вверх-вниз передвинуть. Ну, плюсов не особо. Здесь тоже интересный такой ряд отверстий, тоже вентиляция дополнительная. Нижняя часть. Нижняя часть у нас здесь сеточка. Отверстия, кстати, под блок питания маловато. Могли бы сделать как-то побольше размерность. Что-то они тут намудрили. Я вообще предпочитаю блоки питания ставить вентилем внутрь, а не вентилем вниз. Потому что сюда набивается большой валенок пыли. И часто, ну, у меня были такие случаи у клиентов, блоки питания от этого умирали, от перегрева. Ножки. Ножки сбоку хромированные. Выглядят симпатично. Снизу на ножках приклеена мягкая губка, что-то типа плотного поролона. То есть корпус вибрацию передавать от жестких дисков на пол или на стол не будет. Это хорошо, это им большой плюс, то что ножки мягкие. Пойдем внутрь. А, руками не открутишь. Так просто. Обычные винты с пластиковой головкой. Никаких прокладочек тут нету. То есть пластик прям прижимается к стекляшке. Судя по весу, это обычный поликарбонат. Никаких... Ну, не стекло явно. Обычный пластик. Гнется. Мне кажется, ну, не очень тяжелая дверка, так что обычная пластиковая дверка, будет с ней аккуратнее, будет царапаться. Так, удобно, что сделано все на петельках. Петли пластиковые, причем, судя по стрелочкам, дверка съемная. Вот так, очень удобно сделано. Мне нравится такой вариант гораздо больше, чем когда 4 винта у нас по краям, и нужно все 4 убрать, причем так аккуратно, чтобы крышка не свалилась при этом. В данном случае такого эффекта не будет, то есть вы ее и снять можете удобно,
и она у вас на петлях никуда не денется. Здесь 4 винта, можно отвинтить и снять петли с самой пластиковой крышки. То есть технически ее вообще тут можно поменять, если вы хотите, не знаю, себе там стекло где-то заказать, другая дверь какая-то пластиковая. В общем, можете даже ее сменить. То есть все разборное, и это хорошо. Я вообще думал, будут салазки, но салазок как таковых нет. Я так понимаю, одно крепление жесткого диска идет вниз. Не знаю, насколько вам там видно. Попробуем поближе. Одно крепление идет вон туда вниз. Второго, я так понимаю, идет наверх. То есть салазок в обычном формате, чтобы туда вставлялись, я так понимаю, в этом корпусе нет. Сюда, соответственно, идет блок питания. Под блок питания есть 4 мягкие такие кружочка основания. То есть блок питания тоже будет лежать на мягком, и вибрации никакие на корпус не будет передавать. Два места под твердотельные диски. Тоже их прикрутили так. Отдельные такие вот площадочки для крепления дисков. Соответственно, две штуки, да? Сюда один, сюда один. Теперь понятно, для чего у нас такой большой выступ на крышке. Чтобы твердотельники сюда влезали. Я так понимаю, шлейфы потом уходят вниз от твердотельников. И вот через отверстие идут уже к материнской плате. Вообще решение необычное. Сам корпус по себе достаточно необычно странный. Но по цене сделан достаточно добротно, и по цене, в принципе, недорого. 2900 он стоил в Ситилинке. Мне удалось взять по акции за 2550. Сейчас посмотрим, что там в комплекте они нам дали. Тоже пакетик такой многоразовый, не пожлобились, молодцы. Инструкция по сборке. Набор винтов. Винтов тут полно, причем есть и большие винты, здоровые, которые руками можно откручивать. PC-спикер. Три столбика под материнку дополнительных, желтеньких. При том, что внутри в корпусе уже 6 столбиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Еще три в комплекте, в наборе дали. Что у нас? 4 стяжки и заглушка задняя. Сейчас посмотрим, что у нас. О, еще одна стяжка. Итого 5 стяжек получается. Инструкции по сборке. Здесь перечень винтов, перечень разъемов. Это не особо интересно. По поводу боковой стенки. В общем, показывают, как снимать обе боковые стенки. Показывают, как заднюю плашку крепить. Дальше. Показывают, как переднюю крышку снимать. Сейчас мы ее снимем, переднюю панельку. Установка материнки. Все понятно. Два диска у нас идут внутрь. Причем один идет к нижней стороне. Так, с какой стороны подойти-то? В общем, один идет к нижней стороне, а второй идет к верхней стороне. Собственно, здесь вот так оно и разрисовано. Дальше у нас SSD-шки прям сверху, как я и показывал, да, две штуки ставятся, и провода вниз уходят.
Также еще можно два отвердательных диска поставить куда-то на заднюю стенку. Сейчас мы это посмотрим. Два диска еще идут вот сюда, могут ставиться. Раз, одно место для крепления, второе место для крепления. Здесь у нас один вентилятор встроенный. Ну, два получается всего вентилятора. Один вентилятор, второй вентилятор. Один обдувает у нас жесткие диски, которые внизу стоят. Второй у нас корпусной. Ну, то есть, в принципе, по вентиляторам обычно ставят один, а тут два поставили. Молодцы, по умолчанию дали. Сейчас попробуем мордавку открыть. Посмотрим, насколько она у нас сложно открывается. Стараюсь прихватить боковую стеночку, чтобы случайно дверка не открылась, я ничего не сломал. Так, ну перейдем к мордахе. Мордаха металлическая сеточка. Интересно сделана, такая на волны очень похожа. Красиво выполнена. Мне кажется, на камеру она кажется более прозрачной, чем по факту. Хотя напрямую все видно, если чуть-чуть под углом повернуть, уже не так все хорошо. Она уже бликовать начинает. Ну, в принципе, дизайн классный. Если учесть, что DVD-привод сейчас уже никому не нужен для жизни, то давно пора было делать такие корпуса с хорошей вентиляцией. То есть, в принципе, такую аэротрубу из него можно сделать прекрасную. Еще два кулера поставить, и будет все насквозь продуваться. Так, по поводу открывания мордахи. Обычно вот за эту нижнюю вещь она выдергивается. Так, магнитную берем. Сеточку. Да, только защелки, ничего там дополнительно нет. Ох, тяжело и сложно. Как бы ее так сдернуть аккуратненько. Смертельный номер. Нет, винтов никаких нет. Есть. Так что дергайте смелее, не бойтесь. Крышка с обратной стороны. Все достаточно жесткое, пластиковое. Защелки, которые держали, раз, два, три. И здесь тоже три штуки. То есть, в принципе, можно безопасно сдергивать. Такая крышечка, сеточка. Корпус без передней панельки. Один вентиль. Очень, кстати, симпатично смотрится. Такой прям с под диаметр отштамповка. Под диаметр кулера. Вентилятора. Очень красиво смотрится. Если сюда еще парочку поставить, будет здорово. Или, ну, тут еще сами вентиляторы интересной геометрии, нестандартные. Выглядит симпатично. Но можно, например, с задней стенки вентиль переставить на переднюю, и будет отличная продувка. То есть вот он такой необычный. Сейчас мы постараюсь вам показать. То есть дизайн нестандартный у вентиля. Так что отдельно, если вы вентиль купите, не знаю, как он у вас тут будет смотреться. Но с другой стороны, вы же все равно сеткой будет. Все это будет сеткой накрыто, поэтому нет особой разницы. Шнуры все туда выведены. Стандартные HDD LED, Power LED, Reset SV, Power SV. Что у нас это USB? Нет, это HD Audio. Это у нас USB 3.0. Это USB 2.0. В общем, ничего нового. По шнурам все очень длинное. Спокойно зайдет за заднюю стенку. Выйдет где нравится. В любом месте. Если плата широкоформатная TX, то вот оно внизу отверстие, все через него пройдет. Если плата микро TX, то вот есть маленькое отверстие. Через него можно вывести провода и тут подключить всю мелочь. В целом корпус добротный. Мне понравился. Посмотрим, как туда будут диски ставиться. Потому что, ну, тут немножко порнографии, на мой взгляд. Нижний диск будет, наверное, сильно в притирку к полу. Но можно использовать столбики из комплекта и его чуть-чуть приподнять. То есть верхний сюда так или иначе встанет, вот в эти салазки странного типа с двух сторон прикрутится. А нижний диск, я думаю, что можно будет
приподнять на ножках, то есть ставим сюда ножки и с нижней стороны их, хотя нет, ножки, наверное, в диск вкручиваются, да, ножки вкручиваются в диск, потом диск сюда ставится и с нижней стороны винтом прихватывается. И у нас получается, мы еще приподнимаем на где-то 4-5 мм диск относительно пола, из-за этого все шлифы в него гораздо проще воткнуть. Тут, конечно, немножко минус, но вот видите, сэкономили на салазках, но с другой стороны цена корпуса не такая большая, это все-таки там не 3,5, не 4 тысячи. Хотя у Термалтейка, по-моему, есть аналоги за эти деньги. Ну, например, съемная дверца меня очень порадовала. То есть, прям еще раз покажу. В принципе, мы уже, наверное, пошли по кругу в плане обзора. Практически все рассказал. Съемные дверцы — это прям бомба. Мне очень нравится. Для тех, кто хотел корпус с дверкой, это, по-моему, самая удобная реализация, которую я видел. Я думаю, по корпусу больше нечего рассказать. Надеюсь, что видео было полезным. Да, еще вот могу добавить, что у нас нижний вентилятор просто Molex обычный. Его можно как на 5 вольт, так и на 12 вольт. То есть разъем разбираете, переставляете фишки в другие эти, в другие отверстия. И у вас получается, хотите 5 вольт, хотите 12, хотите 7. А вот задний вентиль сделан таким трехпиновым разъемом, который идет на материнку. В общем-то, по корпусу все. Надеюсь, видео было полезным. Всем спасибо. Пока. До новых видосов. Sitting at the same old workplace. What's the point of this chase? To just bite our old tail. Wishing that something would change. That we could turn back the page and live like our favorite fairy tales. So we love so free in a world of our fantasies. Flying on dragons through sky high city. These are childhood.
like our favorite fairy tales. So we love so free in a world of our fantasies, digging up treasures and sailing across the sea. These are our childhood dreams. It's how we used to be when we were kings and queens in our childhood dreams. Oh. How it used to be when we were kings and queens in our childhood dreams. Система завелась без проблем, винда у меня, разумеется, будет 10, на сборке у меня не было видеокарты и жесткого диска, так как все это будет клиентское, я пока временно свою видюху поставил, винда, соответственно, будет ставиться на диск М2, кулеры у корпуса тихие, процессорный кулер даже чуть-чуть слышнее, чем корпусные. На этом у меня на сегодня все, всем спасибо, пока, до новых видео.